Здравствуйте, меня зовут Юлия Белорусова, мне 15 лет. Я ученица гимназии номер 6. Увлекаюсь танцами, люблю спорт и обожаю активный отдых. Я участница конкурса «Мисс Новочебоксарск 2013». От этого проекта я жду море позитивных эмоций и много нового опыта. Здравствуйте, в студии Юлия Белорусова. По данным Чувашского гидрометеоцентра, 29 января нас ожидает переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%. Температура воздуха ночью минус 16, минус 18, днем минус 9, минус 10. На дорогах местами гололедица. Цифра ТВ открывает массу возможностей. Цифровое телевидение – это сигнал к лучшему. Включай, смотри и наслаждайся. Подробности подключения на сайте nktv.info и по телефону 74 59 59. До свидания. Телеканал «Спорт-1» представляет самые громкие спортивные события в формате высокой четкости. Прямые трансляции самых популярных турниров. Английская премьер-лига. Формула-1. Кубок Германии по футболу. Отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2014. Спорт-1. Телеканал высоких достижений.